я тоже не знаю, что это было. После всего говна, которого насмотрелись на японцах, ну, кроме Шермана, естественно, вы, наконец, получаете что-то действительно стоящее. Внешне она, конечно, кусок говна, но ведь главная душа, не правда ли? Несмотря на то, что здесь практически нет выбора снарядов, вот этот каморник не заставит вас пожалеть об этом. Проблемы в его случае доставляют только советские ИСы-54, а также некоторые американцы. Но хорошая броня поправляет это дело, так как те же самые ИСы-6 вас не могут пробить. И вы только посмотрите на этот миленький бантик сзади. О, как это мило. А теперь добавляем к этому всему хорошую подвижность и довольно неплохую перезарядку. На выходе мы получаем просто идеальную имбующую самоходную установку еще и забагованным задним ходом. А, сразу захотелось узнать, что это за баг, любопытный засранец. На самом деле все очень просто. Для начала вы должны нажать на Q один раз. После этого отпустить и снова нажать. Но на этот раз нужно будет не отпускать кнопку до того момента, пока вы не разовьете максимальную скорость. А это, между прочим, 36 км в час. Стильный люк, бантик и 6 мужиков. Что может быть лучше?